Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав, и вчера в Робокрафте вышло обновление, очередное ГЭП, то бишь электроплиты. И на стриме вчера я, в принципе, все показал, все, что есть, и сегодня хотел более подробно, может быть, остановиться на некоторых вещах, на некоторых моментах. Во-первых, разработчики должны были починить систему платунов, и вот вчера у меня вообще был пустой список, никто не отображался, все были офлайн, но тем не менее Макс смог меня пригласить, я спокойно зашел в платун. Ну, нужно больше тестов проводить на этот счет, чтобы убедиться, что теперь нету такой проблемы, что если ваш друг пишется у вас почему-то офлайн, вы не можете его пригласить и так далее. Вот, я думаю, со временем выяснится, но, по крайней мере, разработчики заявили, что это исправлено, там новые технологии. Дальше, обычных рельс изменился звук, и он стал отвратительный. Честно, ребят, сейчас я вам в практике его дам послушать. Но, честно, я еще ни одного человека не видел, который бы сказал, что ему прям люто понравился новый звук. Я вообще не понимаю, что у фриджемов происходит со звуками. Зачем менять было звуки СМГшек, теперь рельс поменяли. Слушайте, и... Что это за дерьмо? Вот я честно, вот когда я это услышал, я просто офигел. Нет, рельсы должны спускать более низкий такой вибрационный звук. Ну не такой, блин, звук они должны спускать, потому что там какая-нибудь катушка должна заряжаться, это такой низкий такой гул должен быть и такой вуп. Вуп, выстрел такой прям, вот этого ждешь от рельс, но не какой-то звук исключительно детский, что ли, игрушечный, как будто какие-то, не знаю, игрушечные бластеры такие, пиу, пиу, джик, пиу. Честно, ну какое дерьмо этот звук, я просто не представляю. Да и СМГшные звуки тоже новые, не фонтан. Надо сказать, я просто не понимаю, зачем фриджемы это делают. Прям вообще, со звуком у них вообще какая-то лажа, потому что, помните первую озвучку этих спотингов, женский рабовойс, это такой тоже сблёв был, они его быстро заменили там буквально в течение месяца. Зачем было его выпускать в таком виде, в котором они его сделали? Чё у них за мани выпускать говнозвуки какие-то? Честно, старые звуки были фантастичны, классные, я хочу, чтобы их вернули. Это прям вот однозначно, потому что такие звуки, это вообще ни о чем. Дальше, они поправили... броню мегаколеса, потому что броня мегаколес была меньше, чем броня десятых гуслей. Это было абсурдно, сами подумайте, мегаколеса, а брони у них меньше, чем у гуслей десятого тира. Вот, их чуть-чуть забафали. Тем временем, кстати, еще и снизили их стоимость, точнее, не стоимость, по-моему, снизили. Вот, прокачка у них снизилась по стоимости и... Покупка Мега СМГ тоже, насколько я заметил, на 50 тысяч она подешевела. В чем логика? Я не понимаю, опять же, было сбрасывать эти 50 тысяч. Зачем было снижать стоимость прокачки, я также не понимаю, потому что ТПшки у всех валяются просто бесполезным хламом, кто играет регулярно. И проблема вовсе не в покупке, не в изучении, а в покупке. И смысл сокращать стоимость прокачки я абсолютно не вижу, потому что, ну, прокачал ты эти Мега колеса, купить ты их все равно не можешь. Радость от того, что ты прокачал, какую ты испытываешь? Ну, какой-то вот тоже ни о чем происходит, если честно. И самое главное, что произошло, да, там еще пару фиксов каких-то вроде бы было с коллиженами, это появление, самое главное, появление мегаплит. Вот здесь самое интересное и самое неинтересное, возможно, для кого-то, потому что, ну, мегаплиты мы уже видели на скриншотах, теперь их можно посмотреть воочию. С точки зрения в рамках мегаплит они выглядят реально прикольно. Тут полосы вот эти классные, вот эти вот сделаны хорошо, так футуристично, причем не каким-нибудь там желтым или еще каким-нибудь блевотным цветом, а, слава богу, обычным просто цветом, с таким бело-черным, строго стильным, который сочетается со всем, а не вот что там эти желтые лычки на пулеметах, которые отразительно выглядит. И они выпущены в двух вариантах. Это вариант B1B. Здесь никаких сомнений быть не может. TX1B, кстати. Я говорил, что 18 на них написано. Если вот так смотреть, действительно 18. На самом деле это 1B и 1A. Глазастые люди меня поправляли. Но вот я еще всем... Кто этого не знал, тоже сообщаю, все, видите, раз есть единицы, значит будут двойки, тройки и так далее. Будут ли вначале выпущены сразу все мегаботы целиком, то есть все мега-10 тиров этих, неизвестно, или будет только первый мега-тир сначала доступен. Внутри есть 5-6 точек крепления в зависимости от сюжета. Если вы понимаете, о чем я. Ну, в общем, у плоских 6 точек крепления, у вот этих вот угловых 5 точек крепления. То есть здесь, 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 здесь и здесь. Так, нет, все. На этом все. Тут две точки, одна здесь. Выглядит, вот эти мне очень нравятся электроплиты, могу сказать.
Потому что они скругленные, они создают такую новую форму, которую непосредственно без этих электроплит создать в робо было нельзя. То есть, видите, она такая наклонная, во все стороны наклонная, причем здесь тоже наклоны углы. Выглядит это шикарно с точки зрения вот, сферически, если смотреть. Но вы прекрасно понимаете, что у электроплит есть главная проблема, их много всегда. И крафты с этими электроплитами выглядят до жути однотипно. И вот, как и первые электроплиты, когда я на них посмотрел, они выглядят классно, да. Но когда ты видишь раз за разом одно и то же, это вообще не классно. Поэтому внешне выполнено здорово. Но если будут все поголовно, каждый первый крафт мега используют эти вот уголки, и у него будут вот, представляете, кирпич, и все, что у него отличается, это вот уголки стоят вот такие вот с каждой стороны. То есть здесь, 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 здесь. Здесь стоят 8 вот этих вот там плит, или сколько их можно, там 3 плиты. По бокам плиты, сверху плиты, снизу плиты и сзади плиты. И везде такой вот кирпич просто облеплены одинаковые электроплиты. И все одинаковые такие кирпичи будут. Это вообще не классно будет совершенно. И отвратительно. Вот. Лучше бы уж просто из блоков народ строил. Вот. И в пользу этих электроплит можно сказать и то, что они стоят достаточно дешево. Здесь, опять же, я не понимаю никакой логики от фриджемов. Почему, допустим, мега СМГ стоит в 10 раз больше. Ну, сейчас уже не в 10, но ладно, там почти в 10, в 9,5, то есть лям. А электроплиты, который тоже мега модуль, он тоже якобы лучше, он тоже занимает 200 ЦПУ, почему он стоит всего лишь в 4 раза больше? Откуда они эти цены вообще берут, я не понимаю. Какая логика? Но они стоят действительно дешево относительно СМГшек, и я уверен, облепливаться ими люди будут просто до посинения. Вот. Что касательно эффективности этих плит, можно сказать. На 10-м тире им явно делать нечего. Все те, кто их одевают на 10-й тир, это чисто вот поулошить, поугарать, чисто вот смотрите, я купил новые плиты, да, посмотреть. Хотя в бою на них смотреть и нечего, они на десятке они вообще никакие. Тут достаточно просто посмотреть на характеристики. Десятая электроплита дает вам 3000 армора и 31 тысячу щилды. То есть это где-то 34 с копейками, там 34 600. То десятка дает всего лишь 58, ну ладно, 59. То есть, ну, едва-едва в два раза. При том, что она занимает 200 ЦПУ, блин. То есть 4 вот таких плиты, если скрестить, то это уже будет 800 ЦПУ занято. А армора-то у вас, по сути дела, и не будет. Вот, так что это чисто лоло, не более, не менее. Кстати, эвент на мегапушки, на скин мегапушек не закончился. Так что, если вы каким-то образом ленились или у вас не хватило времени, то вы можете еще добить, на, используя мегапушку, эти 100 фрагов и получить какой-то скин, который выдадут вместе с мегаботами, которые выйдут на следующей неделе. Разработчики так уверенно заявляют. Хотя и про электроплиты они еще на прошлой неделе их обещали выпустить. Вот, еще хочу сказать, что вчера игра жутко лагала, FPS проседали после патча, не знаю, как сейчас, изменилось это в лучшую сторону или не изменилось, можете написать в комментариях, как у вас по ощущениям вот сегодня играется нормально, потому что я вчера на стриме зашел и реально заметил, что что-то как-то вот просадки, как будто игра стала в два раза требовательнее к производительности железа, что очень-очень странно, на мой взгляд, было, потому что особо ничего в игре не добавилось. Но, тем не менее, это еще один такой проходной патч, который чисто для поддержания, может быть, интереса, может быть, для того, чтобы люди видели, что вот-вот уже мегаботы, как бы подогрев интереса именно к мегаботам, чтобы люди, ага, вот выпускают, значит, они вот сейчас-сейчас выйдут. Но, тем не менее, опять же, патч абсолютно бесполезен в плане этих электроплит, так же, как и мегаколеса, так же, как и мега-СМГ. На десятках им делать совершенно нечего, и это вот как бы контент бесполезный на данный момент. Все ждем больших гаражей, больших ЦПУ и как это все будет играться. Вот, также я, наверное, закончу тем, что даже если это будет играться полным говном в плане ТТХ, может быть, все-таки кажется, что они слабоваты. Все модули, мега-модули, кажутся очень слабыми для их объема ЦПУ. И просто, возможно, нам в голову пока не может вложиться, что у нас будет не 1500 ЦПУ, а 15000 ЦПУ, и мы сможем, и нам эти 200 ЦПУ будут вообще ни к селу, ни к огороду, да, нам будет наплевать, сколько он там занимает, этих ЦПУ. Главное, что он модуль. Главное его впендюрить аккуратно. Поэтому, возможно, на самом деле, на мега-ботах все будет играться очень даже здорово с ними, и то, что они немножко лучше всего лишь, этого будет достаточно, чтобы чувствовать себя мегаботом. Вот. Но даже если все будет абсолютно плохо, это не значит, что это будет плохо всегда. Разработчики, скорее всего, будут в ближайший год после выхода мегаботов их еще балансить очень долго. Там 5% сюда, 15% туда, здесь минус 20% и прочее, прочее. Вот. Но главное, чтобы это вышло и началась вот эта вот движуха. Самое интересное, это будет движуха, когда народ будет заходить в эти мегабус-батлы, там сливаться и так далее, и так далее. Плюс сами мегаботы будут строиться намного сложнее и комплекснее,
потому что, ну, это вам не какой-то маленький вот такой гараж, а гигантский гараж, да, и вы сможете там не просто какой-то кирпич сделать, а что-то интересное там реально вывернуть, и даже вот в рамках электроплит уже не получится сделать просто какой-то электрокирпич такой компактненький, потому что, ну, сколько бы эти плиты не занимали, 200 цепу, да, когда у вас 15 тысяч цепу, вам нужно дохрена этих плит облепить себе, чтобы занять весь этот объем в 15 тысяч цепу. В общем, это будет очень сложно, очень интересно, но, в общем, это все, что касательно патча. Все мои размышления, аналитика, Нострадамус, Ван Гой прозреваю и так далее, и так далее. Жду следующего патча. Собственно, три патча закончилось проходных, и все, финишная прямая, ребят, ждем. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Увидимся.